Так, ну вот это вот у меня, это группа моих фаворитных, хороших, которые вот мне прикольные. Да. Вот это мой пока что самый фаворитный, потому что он такой, ну он прям приятный. Мне очень нравится, потому что он нежный, он такой... Я бы сказал, что он подходит под зиму. Так, почему? Дальше. Вот этот Gold, чем у тебя? Дальше, они здесь, вот кстати, похожи. Тут. Удивительно, что ты их рядом положила. Они оба очень альдегидные, это значит с мылом. То есть, ну как бы... Сейчас. Он прикольный, он резкий, но как бы у него такой... Но он очень необычный, да. Во-первых. Пахнет интересно какими-то, может быть, типа, растением. Давай дальше. Так, ну этот у меня супермыльный. Он mm-hmm. прям... То есть им можно мыть руки. Так. Шестой опус. Так, опус этот у меня... Он резкий, но он как бы у меня почему-то ассоциируется со львом. Почему-то. Со львом? То есть он для тебя мужественный? Ну, мне нравится, просто пахнет для меня необычно, но он класс. Так, дальше едем к лирику. Лирик, вот единственное, я хотела бы отметить минус, он пахнет слабо из крышечки. А, ну это, да, это... Ну, так, не сказано. Да, ну, малыш, он в шлейфе, он довольно суровый. Да. Но чем мне нравится то, что он достаточно такой, ну, он мрачный. Да. Такой, интересно, что вот он, как бы он под вечер. Согласна, мне кажется. Ну, это наш с тобой фаворит. Да, это Мифс, он у меня ассоциируется по запаху. Красивая крышечка. Mm. Мне кажется... Если поехать в джунгли какие-нибудь, в такие, которые вот прям дебри, то мне кажется, вот его надо брать, потому что он бы очень хорошо вписался в именно в такую среду. Окей, а вот там островочек тех, что ты не полюбил, да? Окей. Они слева Beloved, что ты думаешь? Этот? Федька наоборот говорит, что он да-да, что он его любимый. Мне не нравится просто. Ну, короче, не нравится, окей, дальше что? Может быть, тебе просто нечего говорить, я тебя зря пытаю здесь на тему вот этих ароматов. Да нет, тебя не полюбил. Я как раз хотела рассказать. Не-не-не. Так, ну, это вот первый будем опус. Вот под это вот. Ну, давай-давай. Так, слева направо. Так. Этот у меня, он пахнет, мне кажется, розой какой-то. Да. И он очень-очень резкий, вот. Мне не нравятся совсем резкие ароматы. Mm. А вот этот как раз он... В принципе, если бы он был не такой прям резкий-резкий, который прям бьет в нос... Ну, он же бьет в нос из крышки, ты же его в шлейфе не знаешь. Он, на самом деле, очень кругленький. Ну, в шлейфе... Как бы в шлейфе и в крышке это одно и другое. Mm. Так. А что по мифам мужским? Так, по мифам, по этим... Мне не нравятся резкие, опять же, повторяюсь. Ну да. Он мне не нравится, ну, он так неприятно пахнет. Что-то, которое разлагается, что гниением каким-то да. пахнет, да? Так. И опус, это мое последнее приобретение. Этот опус... Ну... мне он не особо зашел. Да. Как бы потому, что он... Он слишком, я бы сказал, цветочный. Mm. Он вот слишком... Он для садовников.